Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я приглашаю вас на юг Польши, в небольшой городок Хожев, который находится в Силезском воеводстве, недалеко от города Катовицы. Там уже третий год живет моя младшая дочь Леночка со своим мужем Денисом и дочерьми Анечкой и Амалией. Леночка очень часто с детками гуляет в парке и присылает мне небольшие видео. И я решила из этих видео сделать маленький фильм и показать вам. Этот парк находится прямо в городе. В парке находится водоем, в котором много уточек. И голуби прилетают сюда, тоже ходят здесь между уточками. К уточкам можно подойти близко. Они не боятся людей, потому что уже привыкли. Люди их никогда не обижают. Приятного просмотра! И вот наша маленькая прогулка подошла к концу. Если она вам понравилась, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Буду рада всем друзьям. Спасибо всем большое. До скорых встреч!